Привет, друзья. Особенно Паше из Израиля, который мне подсказал, что надо делать очень короткие видео там в Телеграме или в Инстаграме, ну, буквально на полминутки, чтобы сразу было емко, понятно, просто. Я так сделал, несколько записал. Кто, например, не записан у меня в Телеграм, запишитесь туда, и там увидите. Первое я уже выставил, а я сделал еще 4. А теперь я буду делать 5-е, 6-е, и каждый день по одному видео будете смотреть. Да. Я придумал так: книга, картина, афоризм. Не эта картина. Эта картина называется «Милый, у тебя температура». Да. Там другие картины, и афоризмы, и книги. И не те книги, которые сейчас на полке, там есть еще будет книга записана, когда я буду говорить о потом, когда был бренд 5 российских авторов в Париже, там был Горбачев, потом Шеварнадзе, потом Шахматист Карпов, потом я, в общем, 5 российских авторов в Париже. Такой был бренд, я там тоже есть, на французском языке. Но об этом я потом скажу. А сейчас хочу сказать о том, что опять 5-6 баллов геомагнитная обстановка. А я лично, как индикатор вот этих температурных и магнитных ситуаций, сразу чувствую. Поэтому я думаю, что мне надо выдать для вас, для всех, друзья, хорошую методику защиты от всех вот этих геомагнитных, температурных и других обстоятельств, чтобы вы чувствовали себя хорошо, вопреки всем обстоятельствам. Я сделаю это. До встречи.